Освещение ледовых городков в первые дни Нового года не будет стоить первоуральскому бюджету ни копейки. Такой подарок сделали муниципалитету энергетики. Причинами стали хорошая платежная дисциплина и давнее партнерство. Стараемся в течение года не быть должниками и своевременно оплачиваем. Только управление жилищно-коммунального хозяйства курирует 4 муниципальных контракта. Это наружное освещение города и наружное освещение сельских территориальных управлений. Естественно, что у нас все светофорные объекты запитаны через поставщиков электрической энергии. Это отдельный муниципальный контракт. Также мы снабжаем практически уже круглогодично это электроснабжение фонтана. То есть летом это понятно, что летом. Содержание, а зимой это вот инсталляция, которая организовывается для всех горожан. В общей сложности в Первоуральске и окрестностях будут работать 16 новогодних городков. Праздничные сооружения смогут радовать посетителей не только днем, но и вечером. Это предполагает немалые затраты электроэнергии. Компенсировать их в первую неделю января муниципальному бюджету не придется. О предоставлении такого бонуса городские власти и руководство компании-поставщика уже договорились. Администрация городского округа Первоуральск, вообще наш муниципалитет является нашим стратегическим партнером, и мы в ежедневном режиме решаем множество всяких вопросов, всяких задач, поэтому здесь работа тесная, очень такая понятная и результативная.